Вьенстейн Компани представляет. Расскажите, каково это быть величайшим героем вселенной? Без вопросов, просто фотографируйте. Да, малышка. Как унизительно. Глубоко в сердце вселенной эти братья делают все возможное, чтобы защитить галактику. Я мозги, а ты мускулы. Но есть одна планета. Мы получили сигнал СОС с темной планеты. Где даже им грозит опасность. Как красиво. Начинаю операцию по спасению. Приветствую вас, мы получили ваш сигнал о помощи. Только не смей умирать, парень! Не двигаться! Кто следующий? Окей, я люблю вас, ребята. Добро пожаловать на Землю. И теперь... Скорчу поймали! Чтобы спасти своего брата... Самоуничтожение запускается. Это спасательная шлюпка! Какое еще само... На, выпей, а то ты совсем синий. Нет! Это ты зря сделал. Это жесткач. Мозг замерз, это бывает. Надо маленькими глоточками. Сдайте пришельца! Он находит новых друзей. Это зона 51, чувак. Отсюда нет пути обратно. Вы не имеете права! Вы уже закончили с моим горшком? Не обращай на них внимания. У них нет никаких манер. В самом секретном месте планеты. Кто, по-твоему, изобрел интернет? Мобильный телефон? Социальные сети? Мы! Ты думаешь, люди в состоянии изобрести все это? Сомневаюсь. Эй, потише там! Дайте глаз сомкнуть! Скоро. Что вы сделали с моим братом? Я сотру вашу инопланетную заразу с каждой планеты поочередно. Приготовьтесь. Скорч, с тобой все в порядке? Конечно. Ничто не может остановить супергероя Скорча. Это было превосходно! К массовому побегу. Я буду скучать по этому месту. Лети, синячок, лети! Побег с планеты Земля. Я думала, этот фильм в 3D. Окей, так-то лучше. Скоро на экранах нашей планеты в галактическом 3D.